В связи с повышением пожарной опасности и роста количества природных пожаров, управлением гражданской защиты населения администрации города сообщает, что с 25 мая на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, который ограничивает пребывание граждан на природе, полностью запрещает разведение костров и сжигание отходов мусора. Значит, нарушение данных требований влечет административную ответственность при введении особо пожарного противопожарного режима. Административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч – это для граждан, от 15 до 30 тысяч – на должностных лиц и от 400 до 500 тысяч – для юридических лиц. В случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону 01 или сотового телефона 101. В Магнитогорске состоялась приемка пляжей. Напомним, в городе официально установлены 3 места массового отдыха для населения у водоемов. Центральный пляж у монумента Тылфронту, северный пляж в парке ветеранов, пляж Лукоморье на территории спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. Работать пляжи будут с 10 утра до 22 часов. Все они приведены в порядок. Проведен ремонт беседок и скамеек, обновлен спасательный инвентарь, лодки, жилеты. Заключен договор со спасателями и медицинскими работниками, установлены информационные стенды. Дно у нас специальными водолазами чистка произведена, пробы воды то же самое, результаты в норме. Управление гражданской защиты населения предупреждает, купание в неустановленных для этого местах запрещено. Также во избежание трагедии на воде нельзя купаться в нетрезвом виде, оставлять детей без присмотра около водоемов, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, в том числе на надувных матрасах. В конце мая, начале июня будет ограничено движение на 3 участках дорог. Из-за строительства наружных сетей теплоснабжения с 30 мая по 15 июня будет ограничено движение транспортных средств по крайней правой полосе дороги по улице Николая Шишкина, участке от дома номер 17 до улицы Уральской. В связи с проведением работ по благоустройству с 1 по 7 июня движение ограничат по крайней правой полосе по проспекту Ленина в районе дома номер 37. В связи с производством работ по демонтажу кабеля связи с опор освещения с 1 по 30 июня с 9 до 15 часов ежедневно будет ограничено движение транспортных средств по северному переходу на участке от моста через реку Урал до улицы Бехтерева, по северо-западной стороне дороги и по улице Бехтерева на участке от улицы Московской до улицы Вокзальной по северной стороне автодороги. В минувшее воскресенье погода преподнесла горожанам сюрприз в виде сильного ливня с градом. Причем град прошел не во всех районах города. Преимущественно под артобстрел природы попали южные микрорайоны, поселки Нежные и Западные, а также большинство садовых товариществ.